Партнер проекта «Банк Урал-ФД». Розничный бренд «Клюква». Добрый день! Если вы плохо думаете о деньгах, вы никогда не добьетесь их расположения. Даже мысли вроде «не в деньгах счастье» и «нежели богато, нечего начинать» – это негативные программы, которые воплощаются рано или поздно в ту реальность, которая нас окружает. Деньги действительно любят тех, кто их любит. Но парадокс в том, что если любите вы слишком страстно и ни дня не мыслите без них, то из этой зависимости тоже ничего хорошего не выйдет. Нужен здоровый и прагматичный подход. Отношения с деньгами можно наладить разными способами. Вот так и удивительно я обнаружила в сети. Поскольку основным элементом является рис, будем считать его древним китайским ритуалом. Итак, красивую тарелку с рисом ставим в коридоре у входной двери. Необходимо, чтобы она оставалась незаметной, и ее невозможно было задеть. Каждый день в нее необходимо класть монетки, как мелкие, так и крупные, смешивая их с рисом. При этом проговаривать, вслух или мысленно, «Мои доходы растут с каждым днем». В течение 27 дней наполняйте тарелку изобилия, а на 28-й достаньте все монетки. Небольшую их часть пожертвуйте нищим, а на оставшуюся сумму купите себе красивую и полезную вещь. И финансовое положение наладится. Это правило денег.